несколько минут остается до старта матча 10-го тура Мелбет первой лиги между Уфой и Краснодаром 2. Над стадионом «Нефтяник» пасмурная погода, но достаточно приятная для уфимской осени. Сегодня температура комфортная, примерно 18-19 градусов. Подачу. Куда направит мяч Евсеев? Хорошая подача, момент и гол! Вот он гол, уважаемые друзья! Неужели Иван Темников во втором своем матче за уфимскую команду поборолся, Плотников ему помог. И вот возможность для атаки. Удар поворотом, перекладина или штанга. Куда там угодил мяч? Сложно разобраться, но это Дмитрий Кучугура. Пока он, наверное, самый активный в составе краснодарской команды. Штрафную площадь. Вот подача пошла, но это низко. Это низко. Здесь ошибается Штепа и гол. Ой-ой-ой-ой-ой. Какая же ошибка Михаила Штепы. Уфимцы сейчас правым флангом что-то придумать. Там Темников великолепно действовал в отборе. Борьба, красная карточка. Если команда бьет много угловых, значит она доминирует! Константин Блин! И этот гол уже вряд ли кто-то отменит. Так, ну вот Пивоваров падает. Удар! Мяч в воротах! 1-2! Краснодар 2 возвращается в эту игру. Еще борьба! Удар! Нет! Фиксируется тяжелейшая победа Уфы 2-1.